В Устюремском районе прошли общественные слушания по стратегии развития муниципалитета. Обозначены приоритеты здравоохранения, сельское хозяйство, дороги, экотуризм и даже добыча полезных ископаемых. Перспективное пижемское месторождение рассыпного титана может дать совершенно новый толчок для возрождения местности. Глава региона, который с нескрываемым удовольствием знакомился с идеями, отметил особую энергетику, задор и патриотизм жителей. Принято решение, что в рамках реализации программы возрождения республики будут модернизированы цеха по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов, а фермы будут строиться по новым технологиям. С точки зрения туризма, район может похвастать экологически благоприятными и живописными ландшафтами. Есть лишь проблема с дорожной сетью, и ее решение становится одной из первостепенных задач. В Устюремском районе есть одно местечко, которое меня особо задело. Оно называется Незевая. Я вот думаю, нам в жизни нужно жить и работать Незевая. С тем, чтобы жизнь прошла, не прошла между нами, знаете, а чтобы мы жили достаточно активно. Поэтому давайте вместе возьмемся за руки, друзья, и вперед будущим поколениям, с тем, чтобы нам было, по сути дела, что вспомнить, а им было никогда не упрекнуть нас, что мы упустили и что мы зевнули. Давайте не зевать. Впрочем, особая гордость и визитная карточка местности – древнерусский праздник Устюлимская горка. Сегодня, несмотря на все трудности и прелести жизни на отдалении, она продолжает притягивать тысячи туристов не только из разных регионов России, но и мира. Задача – это ценить и этим пользоваться. Завтра мы озвучим и другие подробности с этих слушаний.